Сотрудники управления МВД России по Одинцовскому округу предупредили граждан о продолжающих совершаться дистанционных мошенничествах. Чтобы обезопасить себя, не стоит доверять звонкам, даже если звонящие представляются сотрудниками банков и рекомендуют перевести денежные средства на защищенные счета, или сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о вымышленных уголовных делах в отношении вас или ваших близких. Не нужно переходить по незнакомым ссылкам. При покупках в интернете доверять следует только проверенным сайтам. Проверить информацию можно на официальных источниках, а также позвонив своим близким. Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в дежурную часть окружного УМВД по телефонам 8495-593-1062, 8495-593-2065, 02 или 112.